все. А ребенок двух проатлетов получает автоматом про карту или нет? Я приехал с прессом сухой 101. Начинается все с творога по акции в Пятерочке. А очень многие ребята еще в зал не пошли, а уже ищут спонсора. Ром, привет. Струлин работает. Струлин работает как прекурсор аргинина. Любой бат работает на 100%. Чтобы это не стыдно было, блядь, назвать тренировками. Да, тот же самый протеин, который точно работает. Это, блядь, белок. Он работает на 300%. У вас памп будет такой. Пашок, ни херню прогнал, не обманул. Смысл сравнивать алкоголь и да углевод. Привет. 300-500% вам не даст вся фарма на свете, вогнанная в вас одновременно. Нет, на пенсию не планирую. Иногда спрашивают у меня, где в этом я, как бы, ну вот я там и есть, видимо. Хотя здесь, в принципе, тоже работает. Друзья, привет! Сегодня мы в городе Санкт-Петербург, это клуб Спортлайф, и в гости мой приехал добрый друг, мой товарищ Паша Жирков. И, ребят, рад приветствовать. Этот человек в этом сезоне собрал все медали в своей категории во всей альтернативе. Это и NPC, и NBC. Это очень круто, Паха долго к этому шел, у него были травмы, он с ними пахал. Это тренер чемпионов и тренер, у которого... Я могу ошибаться, но делаю это редко. У которого самое большое количество IFBB про спортсменов, учеников, получивших карты под его руководством непосредственно. Ну, неофициальная информация, вроде как я слышал, что есть и больше, но официально я не знаю. В общем, прошу любить и жаловать. Сегодня у нас будет на самом деле легкая тренировка. У Пахи по плану плечи. И вчера он уже отпахался с нашими питерскими чемпионами в зале. Он уже такой на лайт поддержки после турсезона. Я же как раз-таки вчера уже качал плечи, но готов еще раз. Будем считать вчерашнюю тренировку разминкой. Пьем водичку и гоним. Сейчас придумаем, что делать, мы еще не решили. Чтобы сразу снять все вопросы, да, пацаны, полные костюмы в нескольких цветах, они уже в наличии к заказу. Но не на сайте, потому что времени нет выгружать, и разлетается все очень быстро. Кстати, прикол, черные шорты раскупили в первую ночь. Менеджер утром проснулся и говорит, черные шорты кончились. Да не удивлен, но плюс еще принт, вот с черепами, кстати, очень любят все кочи такие. И все удачно вещи. Получилось, все. Удачненько. Но вторую партию уже отшили дополнительный шорт. В общем, все в наличии, все есть. Ссылка на телеграм-канал внизу. Для заказа самый простой способ именно сейчас зайти в телеграм-канал, там связаться с менеджером, все оформить, все получить. Более сложные моменты через инстаграм, через всю остальную ерунду. В общем, кому очень сильно надо, тот справится. Этот свитер Руслан Николаевич в свое время снял с себя, его заказать не получится. Да, это пока не купить. Об этом, ты знаешь, об этом тебя тоже спрашивают? Да, да. Короче, у Ромки Халиуллина один чувак предлагал, говорит, типа, блядь, за полтинник, говорит, куплю, говорит, продай. Ну, наверное, в комплекте с трусами. Не, ну, как бы то, что подарили весьма уважаемые и близкие люди. Такое не дарится. Просто даже по идее, ребят, чтобы вы понимали, взята идея, это хоккейный свитер. Да. Просто да. При наличии дельтовидных, напоминающих щитки защитные, это смотрится хорошо. А Паха хоккеем занимался. Было дело. Ты даже помнишь, оказывается. Я все помню. Кстати, сейчас прикол. Делаем лекало, из этой ткани сделаем летние костюмы спортивные. Они будут прям легкие, штаны, толстовка. Паха столько разминается, что вы за это время уже накачались. Мне сейчас все так трещит, если честно. Я думаю, ты, в принципе, понимаешь. Но я так, если мы по лайту, в принципе, почти буду готов. Расскажи, настроение по сезону. Вышел после долгого отдыха, очень хорошо собрал. И, по сути, очень хорошо собрал, но, наверное, все-таки поставленную главную цель, на которую ты метил, не выполнил. Какое настроение, какие мысли от этого? Ну, смотри, если, опять же, вот... Адекватно, максимально трезво, холодно рассудить, как я стараюсь в последнее время. С одной стороны, да, те самые хотелки, та самая цель, ты прекрасно о ней осведомлен, как и все. То есть стать профессионалом, как и многие из тех людей, кому я помог прийти к этому успеху,
как моя супруга, наконец-то, чтобы у нас была семья проатлетов. Я пока что-то вот все. А ребенок никак... двух проатлетов получает автоматом про карту или нет? Ну вот мы его узнаем. Только для этого для начала мне нужно стать проатлетом. Но, если адекватно, трезво и холодно рассудить, учитывая, что лишь в сентябре я смог приступить к полноценным тренировкам, и когда вот, ну блин, не мне тебе рассказывать, ты не раз через это проходил, у меня впервые просто было такое, когда вот я пытаюсь дать какую-то нормальную нагрузку на спину, на ноги, на большие группы, просыпаюсь, а мне просто как будто саморез вкрутили в основании в шее. Я думаю, блин, а как так? Неужели, когда ты впервые это переживаешь, когда все было зашибись, ты там что не делал, что не творил, и все прекрасно, а здесь ты что-то пытаешься хоть более-менее по-взрослому сделать, и на следующий день понимаешь, что все пипец, и ты такие мысли, и как, и что, и вот все, мне с этим жить, и по-другому уже не будет. Но слава богам, удалось все это разрешить, хоть это было не быстро, не дешево, потребовало определенных усилий. И лишь в сентябре я смог вернуться к тренировкам, чтобы это не стыдно было, блядь, назвать тренировками. И за это время объем работы, вот то, что я еще очень сильно повлияло, ты говоришь, вот как раз вот эти самые моменты, когда я смог наконец-то вернуться к своей привычной жизни, да, Руслан, я был настолько заряжен, реально, я был готов просто, ну, на британский флаг разорвать как бы все и вся. Делал там последние 12 недель до первого турнира две тренировки в день силовые. Рабочая схема, да. Да, если только у меня по работе, ну, никак не совпадало, я делал одну плюс кардио. А так две силовые, одну, чем свет, до работы шел, вторую более короткую после работы. И объективно, да, профессионалом я не стал. Но, как ты и сказал, на каждом из турниров я либо побеждал, либо был максимально близок к этому. На про-квалификации в Москве я выиграл два класса. Я два раза стоял в абсолютке и два раза рубился за эту про-карту. Объективно, я видел такое один раз в жизни до этого. Чтобы ты понимал, на NPC-лиге есть такой Роберто Александру, атлет, мы в Румынии познакомились. Ах, ну, в классик физик высокий он выступает, он очень рослый парень, с большим весовым ограничением, здоровенный. Он тогда и бодибилдинг выиграл в Польше свыше 102, и классик физик. Я два раза был в абсолютке, но тоже не стал профессионалом. Тоже представь, хотя опять же у человека при прочих равных было все. Просто это вот было яблоко или апельсин. Профессионалом я не стал, но объективно, я был очень близок к этому. Близок, как никогда. Я затащил два своих класса на проквалификации. Это говорит о том, что работа была проделана очень большая, и проделана она была хорошо. Ну, как ни крути. Поэтому при любых раскладах отличный результат. Всегда может быть лучше. Вот о том и речь, как мы показали. Но это лишь говорит о том, что нужно проделать еще определенный объем работы. Поработать над слабыми мышечными группами, сделать такую статуэтку, такой конечный вариант в еще более лучших кондициях, чтобы вопросов не было. И тогда все планы, цели уже поставлены, дожимаем отстающие группы, работаем, тяжело работаем, делаем несколько проквалификаций, несколько турниров, и я думаю, что все получится. Это лишь какой определенный сезон? Рабочий процесс. Осень? Нет, весна. Весна. Годит. Именно надо раскачать заднюю бедра, наконец, так, чтобы никто ничего не базарил. И все будет хорошо. Я в этом уверен. Справедливо. Недели очень жесткие. Уже вторая неделя у меня не превышает сон ежедневный 4 часа. Это вот все как бы предел. 3-4 часа 2 недели. Это очень плохо. В начале мая я был 103, прям жесткий, сухой и венозный.
И вот сейчас с этим сном, отравление в Сочи, и потом я вернулся в Питер и пошел большой объем работы. Сейчас у меня вес где-то там 99, я гораздо менее жесткий. Сейчас, конечно, это все компенсирую, настрою в целом. Вот, информацию могу дать. Теперь открыл второй завод по производству БАД. Мощности нового завода превосходят в два раза мощности действующего. То есть, соответственно, мы получаем потенциальную рост производительности. И в целом от года к году мой план для отделов продаж – это оборот 2022 года должен вырасти в три раза к концу 2023, ввиду возросших мощностей предприятия, объема заказов и роста рынка. Кстати, помните, мы начали тоже снимать ролик про фейковую омегу от компании Salgar. Мы его закончим, ты, Алексей, сегодня добьем с тобой этот ролик. И вчера пришла информация о большом объеме зашедшего в Россию поддельного бренда Now. Выпускается он в банках компании Impline. Фейковый Now – это пермская, из Перми, производство упаковочных материалов банок. Видимо, они их вывозят из России в страны ближнего самого зарубежья. Может, у себя там фасуют, но либо там это реэкспорт происходит. В общем, по Now сейчас большое нарекание, в России точно не приобретайте. То же самое касается компании, блядь, я показывал, Омега. Короче, сегодня покажу еще раз. От Salgar ты сказал только что, или это уже другая? Salgar фейк, уже мы его снимали, а потом сейчас Now, огромный объем фейка. И вот то, что с Екатеринбурга идет, там 6 позиций. Сегодня повторим, сейчас баночку покажу, чтобы не рискуйте, не тратьте денег на пустышку, не спонсируйте пидорасов. А, Биошварц, да. Это эти башка лёгкая. Биошварц. Это он Рэдбула бахнул. Короче, да, Биошварц. Тоже в России не приобретайте. Из-за границы, если. Отличный бренд. Прям очень мне нравится. Но в России не покупать. Чисто интересная тема. И как раз можно, вот сейчас пытаюсь реализовать что-то подобное. На самом деле ничего гениального, но крайний раз мы это делали с Азаматом Карабашевым, когда качались в одном зале. Ну, вот, конечно, в основном в приоритете средняя дельта, хотя, опять же, он часто еще вот встает, чуть уводит назад, чтобы включалось и заднее. Так, и, грубо говоря, с минимальной, начиная с 5 килограмм, даешь и делаешь 30 повторений. Вверх? Да. Не, все, просто 30 полноценных повторений. Минутка чуть меньше отдыха, берешь 7,5, стараешься тоже под 30. 10-12,5, и идешь вот так до прям тяжелых, естественно, уменьшаются повторения, и потом в обратном, стараясь соплюсти тот же диапазон повторений. Гиперсет? Да, получается пипец. Ну давай, ты начинай, сейчас... а я буду за тобой брать гантели, да? Твои, да. И будем по одному. Ну я вот десятку сделал, как ты делал, на 30, сейчас вот, ну мы начнем побольше, чтобы сэкономить. У нас же нету сейчас с 5 там, хотя можешь прям сразу, ну, взять. Минимально, и до скольких дойдем? Давай дойдем. Не, пумп идет. И время. Пумп со вчера валят. Да блин, с таким количеством сна, как ты описал, тут не то что пумп, а треск всего и вся. И слушай, ну ты же понимаешь. Постоянная крепатура. Сейчас начну спать. Ну прикинь, два завода. X плюс 120 человек штата. 120 человек. Не могу по-честному сказать, что могу представить, потому что это будет неправда. А когда процессы, то есть процессы теперь нужно изменить. У меня завод, отдел продаж, бухгалтерия, у меня все на одной территории. Мне удобно. Теперь это два завода, новая управляющая компания сверху.
перевод. Плюс между ними все. Да, да, управляющая компания двумя заводами, перенос ИТР в управляющую компанию, управленцы на местах, которые, то есть, ну, структурно все иначе. Потоки, заказы, переформирование объемов по типологии заказчика, да, есть очень крупные, большие, да, лоты, есть маленькие, то есть там вот и плюсом из-за роста рынка, ну, доп. Финансирование. Топ-менеджеры Газпромбанка, там, Сбербанка, ребята, короче, нужно пополнение оборотных средств 250 мультов. По-братски, под 6% дайте. У вас же были эти госпрограммы, просто чуть-чуть не успели. Была ГОСКа, выходила на инвестпроект 4,5%. Вот она закончилась до осени. Прям вообще надо. А то будете жрать поддельный нау, блядь, если я оборотку не пополню. Вот, ну, лично не знаю, как у меня, у тебя. У меня, вот знаешь, 8-6 недель до старта, mm-hmm. главное, когда ты вот лишнее, в принципе, подобрал, mm-hmm. адаптировался полностью. Нарядный. Когда вот у тебя уже пульс хорошо восстанавливается, роняется вниз. Вот в плане работоспособности, я имею в виду, самое лучшее вот, ну, самочувствие, ощущение. То есть на тренировках молнии из глаз летают, силы еще есть. Ну, конечно. Когда вот ты не подрезаешь все вот уже. То есть ты видишь, у меня такой период обычно долгий такой бывает. Такой свеженький еще всегда... достаточно. Ты знаешь, у меня всегда сезоны были длинные. Я выступал зачастую в диапазоне, там обычно 4 месяцев. Да это я помню. Очень длинные истории. Каждый мы, весна, и осень. Там-то, понятное дело, там ты, и ты такой, все в одно сливается. Да, и ты вроде тут поел, тут ты вроде сухой, такой подзаряженный. Поэтому, ну, у меня часто эти периоды, которые такой, ты вот в этом вот компенсаторном состоянии, сухого, объемного, замотивированного. Поэтому мне нравится длинный сезон сам по себе, конечно. Истощает, да. Но зато... Все-таки есть момент, что все хорошо в меру, и если прям он, ну, очень-очень затягивает, организм с определенного момента, ну, все работает немножко не так. Это движуха. Да, движуха, пипец, это 100%. Но факт, на самом деле, я думаю, что я бы тогда мир не вывез, если бы это не был третий турнир. Mm. Потому что я к нему умудрился очень сильно скомпенсировать в мышечных объемах, потому что, насколько я был... То есть я был очень хороший, красивый в Португалии, но я был тупо классик физик. Вот да, прям да, тупо, я прям был, я был нарядный, но классик физик. Но это было, кстати, наверное, одни из лучших твоих кондиций. Это лучший сезон, это лучший сезон. Это вот лучший был классик физик мой, это Португалия, Олимпия. И лучший бодибилдинг 90-го был на мире. Ну, конечно, хули, на мире. Я приехал с прессом сухой 101, в сауне 4 килограмма утром догонял. И на сцене, в категории, я же тогда отъелся, я был на сцене 96. Ну, куда там было, как бы, то есть, абсолютки, когда стояли, типа, что я, что сотка, там хер поймешь, кто сколько весит. Но свитера, пацаны, к осени, прям вот кровь из глаз, свитера гарантирую, раз, и гарантирую из этой же ткани штаны широкие такие. А они будут такие же или что-то новенькое? Да, они будут новенькие, конечно. Вот новенькое, это тоже прям. На самом деле, вот эта фраза была очень ценная, скажу вам. Самый охуевший респект, твои близкие, друзья, товарищи, да или люди, которые там, вот как вы, да, кто-то там, подписчики, тех, кто нас уважают, не пишут вам, блядь, попрошайничек. А говорят, бля, куплю. Ну, не, ты сделал, конечно, круто, куплю. Как у Ромки Халиулина, понимаете? Блядь, он один из самых, ну, так это эффективных и лучших спортсменов компании. Ты ему говоришь, сейчас тебе вышлем. Он говорит, я уже купил. Мне говорит, что бабок нету. Я, Ромка же крутой, он же достал МГ-63. Рома, да. Ром, привет. Поднялся, пацан. Привет. Ну, лучших пожеланий. Рома. Роман. Рома сделал. Кстати, думал, что Роман Халиджулин, как... Мы с Юлей все время угораем, запомнили на всю жизнь, когда вы выступали вместе. Это был Европа Супершоу, когда с Диманом Европа Бородинским. Европа Прошоу, да.
И, как, и... Кто, когда кто-то там и написал Хабибулин и Воротынский. Да, я не знаю, причем. Не, ну так это не в прикол, это типа реально чувак там перепутал, типа. Да. Не, так все и должно быть. Но если ты действительно поддерживаешь локальную сцену, и ну не на словах, а на деле, это не такие какие-то нереальные деньги. Юля регулярно приобретает какую-то спорт-одежду. Ну, ей это нравится, она прям заряжает ее это. Даже какие-то новые атрибутика, новые шмоточки. В плане тренировочного именно. Тренировочной экипировки. Поэтому даже мысли никаких нет. Подарили, очень приятно. Но если ты хочешь действительно выразить свою благодарность в ответ, по-моему, максимально простое, что ты можешь сделать, это, ну, заказать то, что как раз-таки разработали. Не, ну Рома же реально красавчик. Из Оргска пацан. Потихонечку. Это же, ну, его заслуга, в первую, как ни крути, это тоже никто не отнимет. Слушай, никому я сделать сам... подобное не запрещали. Кто из Оргска, кто вот из Рязани. И ты реально из, когда начинается все с творога по акции в Пятерочке, потому что больше ты ничего себе позволить не можешь. Смотришь там, качая железо и так далее. На интернете, который зависает. И вот ты, загоревшийся этой идеей, молодой, амбициозный парень, нищий, блядь, по-другому, в принципе, в данном случае, чё, от правды-то не убежишь, потихонечку. И это круто. Я искренне рад за таких ребят, когда смотрю, как у них получается, когда они все выше и выше выводят. Уровень жизнедеятельности, могут позволить себе в плане режима своей спортивной карьеры максимально качественное питание, спортивное питание, как их семья становится все более и более обеспечена благодаря им, как они стараются их порадовать все время, поддержать, вывести их жизнь в целом, как семьи, на новый уровень. Это очень-очень круто. Все, вот каждый из таких ребят, из таких людей, мои герои, я и сам стараюсь идти этой же дорогой. И важный момент. Тот же самый Рома Халиуллин, он пришел к результату высокому, да, уже став чемпионом мира, получив прокарту. И он потом решил, что пора бы ему со мной связаться и поработать. А очень многие ребята еще в зал не пошли, а уже ищут спонсора. Вот те, кто еще, так скажем, ну вот, переоценивают себя. Спонсора можете найти только в Москве, который будет в очко вас будет драть и бабки давать. А в остальном идите, пока тренируйтесь для начала. Поверьте, свой город выиграете сами на творге по акции. Не, я специально просыпался, все, чтобы как положено, даже стейк себе успел пожарить. Блять. Ну, такой мираторговский, конечно, какой-то перекрестке рядом с домом. Ну, все пожарил, позавтракал. Я только заморозку покупаю. Охлажденка вечно с запахом. Нет, это-то понятно тут. Просто сейчас-то особо. Я тоже беру там, ну, оптом ресторанный мираторг. Конечно. Но в глубокой заморозке, потому что... У них-то мясо не, ну, может быть нормальное, но пока же, наши магазины... В Москве стейковский я бы тебе нашел импорт, там аргентинский,
заморожен, как так, ну, тот самый заморожен, как свежак. Да, понимаю. Сразу. И там прям, ну, самый топ. Ну, ты бы себе мог это позволить. Я их брал раньше, на двоих перестали. Я раньше брал Аргентину. В Москве это все реально сейчас. Аргентину и принципиально травяного откорма. Травяной откорм лучше, чем злаковый. Не, разница огромная, злаковый реально. Злаковый жирный, ты один нежнее. Раз стоит попробовать. Ну, на траве говорят со стейку, когда ты просто, ну, что оно как готовится, любой уровень прожарки, что максимально ранний, что well done. И просто когда она ножичком, она максимально любым, не обязательно супер навороченным, режется прям и просто аж тает во рту ее. Вообще, в принципе, то есть это совершенно не та история, что как будто резиновый, блядь, башмак жуешь. Это точно. Не, и в плане ЖКТ, он реально, казалось бы, ну, говядина, там, залетает. Стейк достаточно жирный, там, ну, достаточно тяжелое мясо. Все, как будто, хороший, блядь, стейк растворяется. 500 грамм, вообще, как будто выпил изолятор. 100% ты прав. Если ты реально съел и просто, блядь, как полдня у тебя там как будто кирпич лежит, ну, стоит задуматься. Вообще, стоит ли это потраченных денег? Да, вот так вот, с детскими гантельками, а что-то овер наступает. Ребята, можно обратить внимание, что внизу руки я фиксирую, они не повисают на срыв. На самом деле, дельтовидные постоянно в напряжении, и гантели чуть остаются, чтобы напряжение было постоянно. Еще. Ой, блядь. Жжется. О! Ссылки на Пашку в описании. Ссылки на витаминки специальные, которые в любом случае, давайте никого не будем обманывать. Очень хочется, чтобы все были честны и искренне. С тем количеством сна, работы, нагрузки, стресса. В общем, с моим ритмом жизни даже половину от моей формы-то большинству держать нереально будет. В том числе на фарме. В том числе. Естественно, я принимаю допинг. Потому что это профессиональный спорт. Но большинство, кто допинг принимают и живут спокойной жизнью, много спят, не выглядят как я. Поэтому поверьте, ваши знания, ваши желания, ваш режим, они гораздо важнее, но помогать своему организму нужно, по возможности делать это чем-то, ну, за качество чего можно быть уверенным, поэтому ссылки внизу все есть. Это даже на самом деле больше по факту, блять, хотя бы чтобы вы целенькими остались, по возможности. Мы тут чисто как армейский жим прям делаем, ну, да? Да, ну я так, как пойдет, где больно не будет, если честно. Либо в полном приду за голову делаю, либо с груди. Ну, за голову это вообще прямо dangerous attack. А слушай, не, мне наоборот комфортно. А, ты их делаешь? До ушей, таким... до ушей, да. И, то есть я вот так работаю, знаешь, короткий, забивает по-страшному дельты, и мне, видимо, сухожилие удачно пролазит, и мне не больно. Потому что мне иногда начинает сухожилие же болеть сильно. Есть нюансы. Но есть нюансы.
тут старые добрые движения, без всяких тренажеров. Отлично. Я вот начинали утро, пока не было Лёши, по-моему, Лёша еще не снимал. Я как раз говорил, что у меня сейчас, когда очень мало времени было, у меня могла вся тренировка дельтовидных заключаться от того, что я начался пустой гриф, вверх горкой до тяжелого жима штанги стоя и вниз. И все. Как бы все, вся тренировка, одна штанга, блинчики. Даже стойка-то не особо нужна, можно с пола поднять. Я в том-то и дело только за, к тому же я очень признателен за такую возможность вообще побыть, ну, пообщаться, пары слов перебросить с Русланом. У нас это не часто выдается, а тут еще и стать героем, ну, телепередачи. Леша поснимал тебя. В телевизоре был, да, охренительно поснимал. Леша, я говорю, и лично, и публично, и еще раз передаю респект. И говорю, за такое отношение, даже когда вот на NBC он подошел, говорит, хочешь, говорит, вот, ну, поснимаем я вообще, типа, что-нибудь, но у тебя, говорит, может быть, не до этого. Я говорю, в смысле, Лех, ну, это же, ну, в моих интересах. Я говорю, и давай снимать все, что ты считаешь нужным, я буду только рад. Не, я просто к тому, что так-то я Sport Life, и говорю, столько интересных. Ну, это же оригинальные все хамеры, да, стоят, по идее. Да, да. И говорю, он оборудован, они дай боже. Они очень древние. Еще ни один не сломался. Но мы чисто все это оригинал. Гантельками помашем. Можно тут армейский жим, говорю. Рядышком есть еще один спортлайф, буквально в 10 минутах езды отсюда. Там есть такой тренажер высоченный. Что-то для ног. Мне рассказывали про него. Чуть ли не залазишь, как там. Там реально 3 метра высотой. Помнишь, ты видел? Там какая-то адская шайтан-машина. Просто вообще, говорят, зачем это? Стерлин работает как прекурсор аргинина, по сути. А как он должен работать? Он должен усиливать вазолидацию тканей, на кровенаполнение, расширение капиллярной сети. Но если вы хреново жрете, не умеете тренироваться, не делаете движения правильно, не даете постоянного напряжения в мышцах во время движений, да, блин, хоть да начнем с того, даже не пьете ни хрена. Да, потому водичка, что транспорт если вас никто на, ну, вы там думаете, что соль это вредно и не кушаете, да, соль, да, с пищей. Да, да, хоть что, сожрите, как бы, не будет пампа. Это раз. Во-вторых, давайте быть честными. Любой БАД работает на 100%. Он эффективен, он имеет научную доказательную базу, он имеет эмпирический опыт применения спортсменами, которые реально понимают, что происходит с их телом. Не тот, кто думает, что я хожу в зал, я в чем-то разбираюсь, и имею право свое мнение тупорылое высказывать. Я не про этих людей, а про тех, кто реально понимает. Но есть нюанс. И он, и это вина, на самом деле, маркетинга. Потому что, когда начинают писать, что, блядь, там взорвет ваши мышцы, вырастет четвертый бицепс, плюс 300-500% выносливости, ну это уже пиздеж. Это БАДы. Давайте так, 300-500% вам не даст вся фарма на свете, вогнанная в вас одновременно. Тем более, то же самое не дают БАДы. Они работают. Но процент прибавки, индивидуальных ощущений зависит от многого. Банально, может у вас проблемы с ЖКТ. И даже тот же самый протеин, который точно работает, это, блядь, белок. Он работает на 300%. Если с ЖКТ проблемы, может этот белок просто будет ваш организм покидать через ваше анальное отверстие. И на этом будет заканчиваться вся история повышенного потребления белка. У одного будут расти мышцы, у второго будет понос. И виноват не протеин. Ни в том, ни в другом. Да, но... Поэтому, ребят, касательно эффективности любых добавок, есть нюансы. То же самое касается, давайте так, габы. На мне 2 капсулы габы, ребят, у меня аж лицо стягивает в кучку, я засыпаю и отлично сплю. А у другого человека габа не будет работать, потому что гемоэнцефалический барьер мозга, у него она пройти не может. А другой спит только на антипсихотиках на подготовке. Да? К сожалению, это, ну, другой момент, да, адаптация центральной нервной системы. Хотя габа, я абсолютно согласен, абсолютно рабочий БАД.
как я сказал, что в плане улучшения качества сна у людей, у которых нет уже совсем каких-то расстройств, которые нужно решать по-другому. Плюс все это ощущают на том, что сны начинают сниться. Очень-очень красочные и какие-то интересные. Тут опять интересные. Нюансы индивидуальные, да, у кого да. как. Но работает абсолютно. У кого не работает ГАБА, аминолон, да, аптечный уже, так скажем, он эффективнее проникает в мозгу. Дальше есть еще более продвинутые, опять же, препараты гамма-аминомасляной кислоты, но уже фармацевтического, pharmaceutical grade, так называемый, да, они еще сильнее могут проникать в мозгу и точно работают. Поэтому, ну, индивидуально, у кого-то дозозависимый эффект. Один человек с ГАБы, с одной капсулы прям в кучу. Я вот с двух прям ощущаю, некоторым надо четыре. Есть нюансы. Поэтому, а так, блин, давайте так. Я, к примеру, люблю цитрулин и аргинин совмещать. Лучше я возьму пол порции того и того, чем полную порцию одного продукта. Вот на мне есть. Вот я, кстати, тоже за такой вариант, что лучше поменьше, но комплексно, чем. То есть, если выбирать там типа 5 грамм аргинина или 5 грамм цитрулина, то выберу 2,5 грамма того, 2,5 грамма того. Вот как-то почему-то работают вместе лучше, хотя по сути цитрулин после приема превращается в аргинин. Да? Как раз-таки одна из немногих добавок. Ну, не скажу, что я прям на постоянной основе, как прекурсор аргинина, донатора азота. Опять же, когда хочу, особенно на тренировке какой-то отстающей мышечной группы, усилить приток крови к этой целевой мышечной группе, которую тренирую, пью. И как раз-таки особо вот не изгоняюсь. Многие любят найти какие-то не только различные предтренировочные комплексы во всех вариациях, но вот именно там пампелки и так далее. Вот, пожалуйста, много кушаешь углеводиков, пьешь много водички, развел, вот опять же, если кто-то хочет реальный памп, ребята, кушайте достаточное количество углеводов, желательно сложных, опять же, чтобы кушать не в моменте, не перед тренировкой, а вообще, чтобы все эти гликогеновые депо были заполнены тем, чем нужно, чтобы вы как раз их на тренировке, когда будете эту кровь разгонять и раздувать, достаточное количество соли, она не то, что можно, нужно, большое количество воды, потому что вода, помимо восполнения электролитного баланса, должного режима гидратации, выполняет важнейшую транспортную функцию. Более транспортный гормон, ну, это, естественно, король всего, это инсулин. Но человек, который не будет пить должное количество жидкости под свою тренировочную активность, конкретно на свой организм, не раскачается никогда в жизни. Про то, что, опять же, пищеварение нормально не работает. Если ты, опять же, не захлебываешься, не запиваешь эти должные приемы пищи, но, опять же, должное количество жидкости на каждый прием пищи плюс прием этой жидкости в течение дня в целом. Аргининчик, центрулинчик, амилопектин, либо его аналоги. У Genetic Lab есть личная вариация, можно приобрести. Разведите 50 грамм углеводов из амилопектина в шейкер. Добавьте туда немного розовой гималайской соли. Добавьте туда БЦА для вкуса, чтобы это было, да, комфортнее пить. Либо же, опять же, уже есть аналоги, такие как Виторго, Карбалин и так далее. Их чуть сложнее найти, но тем не менее, они есть, уже будут со вкусом. Немного аргинина, немного цитрулина, плюс, повторюсь, амилопектин, либо его аналоги с небольшим количеством соли в течение тренировки, когда вы непосредственно тренируетесь, у вас памп будет такой, что еще напишите, возможно, и респектанете. Пошок, не херню прогнал. Не обманул. Да, кстати, Руслан, если что, подправит. Ну вот, в продолжении темы амилопектина или так далее, всех этих сложных гомополисахаридов, вообще, в идеале это сверхбыстро усвояемый, вообще заявляется, что он усваивается быстрее, чем алкоголь. Кто? Амилопектин.
Слушай, ну нет, мы всасываемость, конечно, алкоголя выше. Но вот мне тоже в это не верится. Но тем не менее, реально очень-очень быстро усваивается. Ну, давай с тобой, как вообще, я думаю, даже смысл сравнивать алкоголь и углевод. Бред. Ну, как бы, типа. Вообще бред. То есть, может, там предложить это водочки на тренировке бахнуть? Не-не-не. Это именно, что якобы... Нет, скорость усвоения, конечно, это не всасываемость, но... не может дать. Ну, амила это быстро. Да. Амила это эффективно. И как раз-таки максимальный смысл, что ты пьешь, если в течение тренировки, ты реально ощущаешь, как ты между подходами время на восстановление тебе нужно меньше, а силы и энергии у тебя больше. Реально, когда попиваешь вот такие углеводы в течение тренировки, восстановление энергии гораздо больше, и памп, ну, это прям вот ощутимо. Очень-очень заметно. Серьезно, попробуй. Надо завтра вызвать массажиста, вот я что, понял? Опять налетался. За эту неделю 8 раз летал. Я как раз хотел спросить, сколько у тебя за крайний месяц было перелет? Больше 20? За крайний месяц больше 20. Больше 20. Идешь на рекорды. Аэрофлот присвоил мне золотую карту. А я летаю не только Аэрофлотом, но вот, ну, у них хотя бы система есть это. А вот Аэрофлот присвоил золотую карту. Это много, ребят, полетов. Прям реально много. Надо вывозить, пока вывозится. Зато я уверен, Руслан Николаевич достаточно рано уйдет на пенсию. Будет просто ему как раз на пенсионную карту очень много баксов капать. Нет, на пенсию не планирую. Имею в виду на пенсию другую. От такого количества перелетов, дел, движей и так далее. Ты все время растешь. А тут другой нюанс. Я, в моем понимании, любая стабильность является стагнацией. Если ты не растешь больше 25-30% в год, то по факту ты начинаешь падать. Вот сам этого не осознавая, ввиду экономической грамотности. Поэтому все это. Все, кто зафиксировались, на самом деле зафиксировали свое падение плавное. А не очень хочется. Безусловно. Я просто думаю о том, ну, у тебя масштабы совершенно другие, понятное дело, но как бы если даже не для самого себя, то хотя бы для своей семьи. Понятное дело, что одно дело условия и так далее, но очевидно, им тоже хочется, чтобы в какой-то момент просто немножечко пожили. Просто-напросто. Слушай, а ввиду того, что у меня нету никаких хобби и развлечений, у меня краски полноценно хватает все свободное время ребенку, все остальное время работе. Тогда баланс так себе возможно, но иногда спрашивают у меня, где в этом я, как бы, ну вот я там и есть, видимо. Главное, свой кайф. Чтобы получалось. За идеальный баланс, как сказал Танос. Да? Походу дела я. Друзья мои, отличного вам продолжения сегодняшнего дня, когда вы смотрите этот ролик. А возможно, доброй ночи, если это вечером, под ваш салатик с креветками. Будьте здоровы, берегите себя. Захотите пойти покачаться в Москве, и чтобы это было жестко, напишите Пашке. Профи Пампе, он будет рад вас встретить. Меня найти еще проще. Всех обнял, поднял. Спасибо. Палец вверх. Подписка. Поделитесь с друзьями. Берегите себя. Пока.